Это была неделя, когда тяжелые события поразили нас. Больше четверти миллиона случаев, связанных с коронавирусом, по всему миру. Больше 10 тысяч смертей. И многие мусульмане задаются вопросом. О Аллах, почему это происходит? За что нам все это? О Аллах, почему ты позволил этому маленькому невидимому творению затормозить весь мир? Ответ, как всегда, в Коране. Если посмотрите в Коран, там много мудростей. Но мне приходит на ум вот это. Аллах в 16 суре в аяте 112 говорит, Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду. Но они не благодарили Аллаха за эти блага, за эти милости. И тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха. За то, что они творили. И вот еще в суре арум. «Ар зло, вред появляются на суше и на море из-за того, что совершают людские руки. Чтобы они вкусили часть того, что приготовили их руки. Возможно, из-за... Неблагодарности. Возможно, из-за злоупотребления милостями Всевышнего. Может быть, мы распространяем зло. И Аллах посылает напоминание всем нам, чтобы мы исправились, вернулись на правильный путь. Помните, как мы слабы. Человек создан слабым. Слабым и невидимое творение Аллаха, вирус, зараза, может притормозить весь мир. Подумай об этих аятах. Давайте подумаем, в чем нам исправиться сегодня, когда мы сидим дома. Может, пришло время исправиться? Может, пора уже молиться Ему? Может, пора уже смириться и слушаться Аллаха? Пусть Аллах Всемогущенный Велик заберет это испытание, это бедствие. Со всей планеты, Господь мой Амин.